Провести ежегодную акцию «Марафон добрых дел» готовятся Управление по делам молодежи, Управление культуры и Департамент образования мэрии города Магадана. Данная акция проходит уже много лет и становится масштабнее из года в год. Это акция, которая в свое время выросла из декады добрых дел. Это международная такая акция проводится. Потом он стал у нас месячником в течение месяца. Потом все больше и больше мероприятий, все больше и больше желающих принять участие в данной деятельности добровольческой. И мы уже его трансформировали в марафон. Это в течение полутора месяцев, с середины апреля по конец мая. Это комплекс различных мероприятий, которые направлены на поддержку добровольческой деятельности и, собственно, сами добровольческие мероприятия. Более 80 мероприятий, связанных с благотворительностью, пройдут в городе с 19 апреля по 31 мая. Участие примут волонтеры из различных организаций, таких как библиотеки, школы, детские сады и другие образовательные организации, а также учреждения культуры и организации здравоохранения. Узнать подробную информацию можно на сайте мэрии города Магадана.